Ой, у всех внуки как внуки, а у меня вот Валерик. Ну что ты купил своему дяде Артуру Михайловичу на юбилей? Ему 72 года, что он в этой мазне может понять? Да, вот, наверное, понимаешь, он мозг себе сломает. Купил бы ему какую-нибудь женщину или какой-нибудь пейзаж. Мало того, что дед с утра уже выпил целую бутылку валерьянки. Так увидел это вообще. 3000 рублей он отдал за эту мазню вообще. Ты лучше бы купили ему шарфик или шапочку. Там вот же. Что же вот же, оно же? Вот же, я уже все вот так. Вот же ж. Оно же ж. Вот. Ну и кто это? Ну, это типа клоун. Ну, сама вижу, что это типа клоун. Ну, и что? Вот. Что, иди вот типа деда успокаивай теперь. Ну, да. Клоун же. Да, да. У всех внуки как внуки, а у меня типа клоун. Валерик.